котенок Гав. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Это очень плохо. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку? Самое подходящее имя для котенка – Пушок или Мурзик. А мне больше нравится Гав. Я бы не советовал котенку с таким именем Гав спускаться во двор. Котенка с таким именем во дворе ждут. Одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Это у тебя что? Сосиска. А ты тоже идешь обедать? Нет, я еще не могу обедать. Потому что я еще не завтракал. А хочешь, мы эту сосиску вместе съедим? Хочу. Только как же мы ее будем делить? Очень просто. Вот тут начало сосиски. Тут конец. А вот тут середина. Я начну есть сосиску сначала, а ты с конца. Нет, лучше я сначала, а ты с конца. Встретимся на середине. Раз, два, три. Да. Что-то мы уж очень быстро встретились. А ты уверен, что середина сосиски была именно на этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось.